день, мои любимые зрители, подписчики моего канала и просто гости моего канала, кто впервые зашел на мой канал. Если вам понравился мой канал, оставайтесь со мной, я буду только рада новым друзьям. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчики, чтобы быть в курсе всех событий, что у нас нового происходит на нашем канале-то. Мне будет очень приятно. Салат наш называется «Фантазия». Посмотрите, какой он яркий, аппетитный-то. И самое главное, друзья, что вот этот салатик можно приготовить за 10 минут. Поверьте мне, если у вас чисто случайно нагрянут гости, вы быстро можете вот такой салатик приготовить. Пока там чай попьют, пока туда-сюда, ваш салат готов. И вы, поверьте мне, удивите своих гостей вот таким салатом. Так что вам приятного просмотра. И я буду рада вашим комментариям, что вы посоветуете, как вы готовите вот такие салаты. Я всегда прислушиваюсь к вашему мнению, друзья. Так что приятного вам просмотра. Для приготовления нашего салата нам нужно будут следующие ингредиенты. Для начала начинаем с овощей. Огурцы пару штук, помидор, перец сладкий, зелень для украшения, горошек, майонез, колбаса докторская, сыр кусочек, 3 яйца. И еще вот терочку нужно приготовить. И, конечно, доску. Сейчас начнем все резать. Я вам покажу, как можно приготовить вот такой вкусненький, быстрый салатик. Салатик наш будет называться «Фантазия», друзья мои. Берем для начала, разрезаем. Кубиками будем резать. Разрезаем наши огурчики. Будем резать, знаете как, кубиками. Не очень крупные, но и не очень мелкие. Все, я поделила огурец на 3 части. Сейчас вам покажу, какие должны быть наши кубики. Так. Этот салат, знаете, я хочу вам сказать, этот салат всегда нужно приготовить прямо перед подачей. Заранее его не нужно готовить. Вот, допустим, как мы готовим оливье, допустим, и другие салаты. Так, вот такие вот кубики мы режем наш огурец. Сейчас этот салат, знаете, можно приготовить индивидуально, в креманочку тоже. И можно вот в такую большую, как у меня, тарелочку. Порезали наши огурчики. Разрезаем сейчас помидор. Друзья, всегда, когда режете помидор, уберите вот это место от плодоножки. Видите? Вот это место многие не разрезают. Ее всегда нужно удалять. Вот это все. Во-первых, это некрасиво смотрится. Во-вторых, это жесткое. Все, вот так удалили. И также будем резать наш помидор. Постараемся вот так тоже на кубики. Сейчас я вам просто покажу примерно как. Так. Вот на такие кубики также будем резать. И отправим в наш салатик. Сейчас я разрежу все. Дальше вам покажу, что нужно делать для нашего салатика. Порезали помидор. Сейчас нужно резать колбасы. Колбаса у меня 200 грамм. И сейчас вот так тоже буду резать ее кубиками. И поменьше, в принципе, не обязательно. Все, вот так раскидаем колбаску нашу. Очень вкусный салат, хочу сказать. Мне очень нравится он. Все, колбаса тоже отправлена. Сейчас нам нужно отправить горошек. Все, отправляем горошек наш тоже сюда. А немножко оставим, знаете, чуть
Чуть-чуть так для украшений сверху будем кидать. Все, вот так отправили. Сейчас нужно майонезика. Так, вот так берем майонезик. И вот так сверху. Сильно майонеза не нужно увлекаться. Он очень и так вкусный. Так, все, нам доска нужна, чтобы я резала зелень еще. Так, майонезик добавили. Сейчас беру укроп. Я его порежу. И посыплю сверху. Сейчас быстренько нарежу его. Все, порезала я зелень. И нам остается еще вот яйца и сыр. Сейчас натру на крупной терке сверху яйца. Вот так. У меня 3 яйца. Ну, я думаю, что я все даже не буду добавлять. 2 вполне хватит. Вот так. Так, все. Яйца натерли. Посыпали зеленушкой чуть-чуть их вот так. Дальше берем сыр. Сыр у меня российский. И также сверху. Можно на крупный, а можно еще вот на этой сыр. Ну, давайте мы сыр попробуем вот на такую. Яйца мы через крупную. А сыр давайте вот так. Он будет смотреться лучше в наш салатик. Так, все, натерла я сыр. Так, все, это убираем в сторону. Еще посыпаем сверху зеленушкой. Вот так. И я порезала, друзья, вот, смотрите, болгарский перец. Вот так. И вот так украшаем наш салатик. Он получится очень яркий, вот такой красивый, аппетитный вот такой салат. Вот такой салатик может украсить любой праздник. Очень легко и быстро готовится. И, как я вам сказала, оставила я еще немножко горошка. Вот так. Посмотрите, как у нас получается салат. Быстренько, за сколько минут? За 10 минут. И наш салатик готов. Берем пару веточек петрушки. И, конечно, украшаем зеленушкой. Еще красивее будет наш салатик. Еще аппетитнее. Вот такой салатик мы быстренько приготовили. Пока ваши гости на порог, вы быстренько взяли и приготовили вот такой салат. Салатик наш называется «Фантазия», друзья. Ну вот, вуаля, вот такой салатик у нас получился. И уверяю вас, что это очень вкусный, полезный салатик. Так что я с вами прощаюсь, друзья. Мы быстро приготовили этот салатик. Я очень благодарна, что вы меня досмотрели до конца. Пишите комментарии, оценивайте мои видео. Так что готовьте с нами, готовьте лучше нас. И до скорых встреч на канале «В гостях у Милы Людмилы». Пока-пока, мои хорошие!